Якими б небезпечними не вважалися онкологічні захворювання, але рак – це далеко не завжди смертельний вирок. В цьому переконані в Харківському обласному клінічному онкологічному центрі. Рання діагностика та своєчасна медична допомога – найголовніші передумови успішного лікування. І сьогодні, за статистичними даними, показники захворюваності на рак у Харківській області нижчі, ніж в цілому по Україні. Щорічно у стаціонарному відділенні Харківського обласного онкологічного центру проходять лікування близько 25 тисяч хворих. Хірурги-онкологи проводять десятки операцій на добу. Расширяється також їх спектр, тобто ті види вмішательств, ті види операцій, які овладівають наші сотрудники, які успішно внедряються в роботу нашого учреждення. Ну, в частности, новым направлением является лечение колоректального рака в печень, хирургическое лечение, лечение с помощью местной цитостатической терапии, так называемая химиоэмболизация, либо эмболизация тех ветвей сосудов, питающих опухоль. У нас достигнуты значительные успехи в лечении таких больных, поскольку метастазы рака в печени – это четвертая стадия, последняя стадия рака. Такие больные раньше год проживали, может быть, чуть больше, и, к сожалению, мы не могли их спасти. При помощи нашего оборудования мы можем подойти непосредственно к пораженному органу, ввести туда лекарства и также закрыть артерии, питающие опухоль. Помимо этого, мы еще можем проводить операции на желчных протоках, то есть у пациентов, у которых затруднен отток желчи вследствие опухолевого процесса. Мы проводим стентирование и дренирование данных пациентов. Преимущество методики химиоэмболизации региональной химиотерапии заключается в том, что мы можем подвести гораздо большую концентрацию химиопрепарата непосредственно в опухоль. Не так, как при системной химиотерапии, когда производится введение химиопрепарата в вену, и он проходит через весь организм. То есть здесь основная доза препарата доставляется непосредственно в опухоль. Цифри свідчать, рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням в Україні. Сьогодні харківські онкологи, як правило, поєднують операцію із видалення пухлини молочної залози із пластичною хірургією, дбаючи не лише про здоров'я жінки, а й про її зовнішність. Успішно застосовується у Харківському онкологічному центрі і такий інноваційний напрямок у хірургії, як створення штучного сечового міхура. После удаления пораженного опухоли мочевого пузыря формируется из тканей пациента искусственный мочевой пузырь, который выполняет столь же успешно функции здорового, и человек совершенно живет избавленный от рака, имея нормальное качество жизни своей. Обласний онкологічний центр є не лише лікувальним, а й науковим закладом, клінічною базою Академії післядипломної освіти та Харківського національного медичного університету. У центрі працюють 6 докторів та 14 кандидатів медичних наук. Чим більше ми внедряємо інноваційних медичних технологій, тим краще. Щоб ви розуміли, онкологія – це 1%, тобто одна із 100 спеціальностей в медицині. Але в онкології йде дуже велике кількість медичних, научно-исследовательських програм. Що це таке? Это те инновационные методы лечения, которые внедряются в медицину. В нашем онкоцентре идет около 25 программ научно-клинических исследований. Причем мы сотрудничаем со многими странами. То, чтобы вы понимали, программа идет не в одной стране Украины. Она идет от 15 до 20 стран. И в каждой стране существуют регуляторные контролирующие органы, которые контролируют данную программу. По медицинским программам люди лечатся бесплатно, то есть их спонсирует та фирма, которая спонсирует внедрение какого-то препарата на рынок. Для онкологічно хворих в Україні такі програми нерідко єдиний шанс повернути здоров'я та зберегти життя. Ліки коштують занадто дорого, і далеко не кожна хвора людина може їх купити. У Харківському онкологічному центрі вже понад 800 пацієнтів стали учасниками міжнародних клінічних програм. Записался на экспериментальную программу, опять же, было предложение. Я почитал условия, которые там были, и согласился, о чем не жалею, потому что буквально поставили на ноги. То есть я с каталки первое время вообще не слезал, не мог ходить. Риски есть, как и во всем лечении, опять же, у них все риски, как и в любом лекарстве, как везде, они все расписаны. Опять же, в любое время вы можете отказаться, если вас что-то не устраивает в программе.
Есть служба такси, также в программе присутствует для людей, у которых проблемы, сложности с передвижением самостоятельным. Они могут вызывать это такси, их сюда привозят и также домой отвозят. Все это бесплатно, также входит в программу. Ну, почти 3 года, ну, 2,5 где-то уже. Мне предложили курс лечения химиотерапии по программе. Я прохожу. Результаты есть, я перед вами. Это самый, я считаю, лучший результат. У нас существует локальная этическая комиссия. И любой человек, если ему что-то не понравится в данном исследовании, может в любой момент выйти с этой программы и обратиться непосредственно в эту этическую комиссию, задать вопросы. Он в любой момент контактирует с доктором, потому что мы даем телефоны для круглосуточной связи с лечащим врачом. Лечение, вот это то, что оказывается по международным клиническим, международным программам, это то лечение, которое помогает людям. Даже при запущенной стадии любой локализации, здесь появляется шанс на излечення від цієї проблеми. Не залишається осторонь Харківський онкологічний центр і від вирішення проблем, які турбують українське суспільство. Сьогодні тут знаходяться на лікуванні десятки біженців із Луганської та Донецької областей. Я з Луганської області. Почались бойові дії, ми були вимушені збіжати. От умудрилась заболіти тут, в Харкові. Тепер попала в онкологію. Лежала в лучевой, прошла облучение, все нормально, ничего не могу сказать плохого. Чувствуется, вот нету того, знаете, вот что я там переселенка, я с Луганска, я даже поначалу стеснялась говорить, ну, как-то боишься, потому что много относятся к людям плохо. Но меня это не коснулось. Меня сейчас перевели в хирургию, и с лучевой врач приходит, меня здесь проведут. Приятно. Є в медичній статистиці таке поняття, як контингент хворих. Люди, яким свого часу було встановлено діагноз онкологічне захворювання, але вони продовжують жити. Хтось із них на етапі лечення, первичному етапі лечення, от діагноз тільки встановлений і начато лечення. Хтось це лечення закінчив. І от таких людей, це жителі регіону Харкової області тільки, насчитується 70 тисяч чоловік. Не побоюсь этого слова, но наши сотрудники, наш коллектив подарили им жизнь, вторую жизнь. Надо добиться того, чтобы онкология через 10-12 лет уже не существовала как фатальная проблема. То есть мы говорили гордо, что рак излечим.